Чтобы создать команду, важно первое – это самостоятельная работа с собой. Что ты хочешь? То есть очень важно проработать, что ты хочешь. Очень важно понять свой проект, для кого он, какая, в чем его актуальность, что он принесет обществу, что он принесет твоей компании, что он принесет людям, себе, во-первых, да, если ты этим занимаешься, а дальше людям, которых ты вовлекаешь. Тебе нужно подумать о людях и дальше сделать для них презентацию. Почему это будет важно? Как они будут работать? Что они смогут получить? Если вы сможете это показать им, если вы можете показать им, что получить это не только финансы, а здесь очень важно именно, как они могут реализовываться. То есть, например, своим менеджерам, которым я веду курсы по менеджменту, я им рассказываю о том, что деньги – это последнее, что у вас будут просить люди. Почему они просят деньги? Потому что, а что у вас еще попросить? Вот. А если вы сможете дать людям интересное задание, позволите им, научите их, как раскрываться в задании, как реализовывать что-то большее, чем то, что они делали до сих пор, как гордиться причастностью к чему-то большему, то, что они сделали, как они смогут это записывать в свои резюме, с тем, чтобы они могли знать, что они котируются на рынке. Они будут работать с вами. Очень многие работодатели боятся этого, а я считаю, это очень важно, это честная игра. Мы тебе даем возможность проявить себя. Проявляй себя. Вот у тебя возможности реализовать такой удивительный проект. Реализуй себя. Да, работать нужно 16 часов в сутки. И ты накачиваешь свои мышцы как менеджер, и у тебя это получается. Честь тебе и хвала. Запиши себе это в резюме. Почему? Потому что ты будешь знать, что если я тебе плачу мало, ты сможешь перейти к кому-то другому. Понимаете? Все честно. Но когда человек чувствует, что с ним хорошо общаются, почему нет? Он остается на месте.